Skyblock, но я на одном блоке. Всем привет, дорогие друзья. Я на одном блоке, как я уже сказал. И если я упаду, то я потеряю все вещи. Вот зря я сейчас это сделал. Ну ладно. Я хочу начать с острова ресурсов. Но второй я не могу использовать, потому что такие правила. Я играю без модов. И вы не, если не понимаете, как это, я потеряю все ресурсы, ну я их буду выбрасывать в бездну. Хочу сначала подобывать кое-что. И я, кстати, не буду сегодня ничего попрошайничать. Потому что все честно. И, ребят, нет, я тут ничего не делал. Видите, сколько у меня монет? Ноль. Все, поэтому не надо меня осуждать. Так. Дальше надо продать и хоть что-нибудь купить. Так. На это мне вот хватит. И она достаточно быстро копает. Сейчас попробую побежать на тот остров, то есть на тот район. Так-с. Что же мне добыть? Вот, вон, вижу свою цель. Вижу цель, не вижу пока их ора. Точнее, я их вижу. Вот он. Мне дали алмазный блок. Класс. А я ж только начал выживать. Все, воруем. А теперь убегаем. Ха-ха-ха-ха. Так. Вы знаете, сколько стоит этот алмазный блок? И меня чуть не убили. Вот, 3600 этот блок стоит, вот этот алмазный. И можно купить себе, не, я не буду покупать алмазную кирку, хотя можно купить, и еще останется пару блоков. Штук мне хватит. Так. И надо хлебушек взять, чтоб отрегениться. Ничего, у меня тоже скоро молния будет. Я вам всем отомщу. Все. Холод восстановили. Сердечки тоже это восстановили. И можно чуть-чуть покопать. И если я умру в каком-то там районе, то я не потеряю вещи. Это если я на своем острове или еще на чем-то острове. Хотя я не буду никому сегодня ходить. Угу. Так, давайте дальше. Копать, копать, копать и копать. Короче, ребят, я сейчас просто буду копать тут. И
я думаю, ничего интересного тут не будет. Ну, в принципе, до рестока хватит. Достаточно много я рестоков понадобывал. И можно это все продать. И в итоге даже так нормально вещей мы поднакопили. Что, обесрался? Так. Что у вас? Что? Я сегодня не буду попрошайничать, но если мне люди сами что-то дадут, то это не называется попрошайничеством. Ой-ой, вот блин. Опа. Это тоже день все равно. Ладно, я отправляюсь на свой остров и буду там расширяться. Так, загорюшка моя. Угу. Ага. Слава богу, что я не упал. Так. А сейчас я хочу какой-то такой остров сделать классный. Так. Вот так. Вот так. Вот так. Короче, это займет очень долго времени. Короче, какая-то вот такая у меня платформа получилась. Сейчас попробую до туда долететь. Оп. Вот, блин. Прощай, песочек. Прощай, кирочка. Прощай, земля. Прощай, земля. Так. Тут это какой-то другой подход. Так, может повыполнять задание? Соберите 3 бревна. Соберите 3 бревна сюда, круг вас. Чё? Тут нет дерева. А. Понял. Ладно. До туда нам ещё далеко. А вот до сундучка вот так. Вот. Я попробую дотянуться. Yes. Ну, что мне теперь делать? Так, ладно, я тут сохраню сейчас. И пойду вот. Ну вот. Ну куда мне еще идти? Халявные ресы. Там. Че? Ай! Меня тут нет. Вы бьете меня. Кушаю. Немного. Вон они
потолстеть. Так. Ну, хотя бы вот такого блока одного мне хватит. А теперь валим. Валим на гильге. По заданию что-то выполнилось. Там 50 дерева, а нет, да риса. Ой, я пошел, у меня 4 хп. Ты шо, дядя? Ты с дуба рухнул. Ну все, я буду тут сидеть. Так, продадим этот блок. И купим еще земли. Идем опять на свой остров. Я не знаю, что тут делать. Я опять приземлился. Ровно. Оп. Так, мне не хватило. Ну, может, теперь я допрыгну. Да. Там кристалл стоит. Очень много. И да, ребят, тут был на острове сундук. Кстати, не сужайте меня по строительству. Кстати, вы знаете, тут был сундук, и я его, когда сносил, перенес сюда, потому что жалко как-то вещи просто так выбрасывать. Ладно. Не, броню я пока не буду одевать. Потому что я знаю, какой я криворукий. Так. И надо опять же купить земли. Так. Агась. Все. Практически все сделано. Вот тут вот я очень боюсь. И да. Я же говорил, я криворукий. Тут еще что-то продать. Ну, можно вот это продать. И, кстати, здесь тут вот это пшено, я пока его не буду брать. И, кстати, можно сделать бесконечный источник. Я его сейчас попробую сделать. Как-то перехотелось. Так вот уже нормально. Так. Фух. 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 Оп. Так, нам надо 4 земли. А их я не наблюдаю. Но зато наблюдаю сундук. Который я хочу сейчас добыть. И, конечно же, не допрыгиваю до него. Угу. Как говорится, пытка не пытка. Да я прыжок
Он не нажимается. Тикс. Оп. Не, я все равно не допрыгиваю. Угу. Предлагаю сломать тот сундук, потом перенести и все делать с ним то, что можно. Ну не, ну вы издеваетесь, ребят. Ну, давайте сделаем единственное исключение. Все, больше не будет таких косяков. И я, честно, не буду больше так делать, то, что говорить вот так, давайте еще разочек. Все, это был один раз. И я хочу сейчас добыть немножко дерева. Хочется спать. Сколько еще ждать? Сколько еще ждать? Сколько еще ждать? Ничего уже. Давайте подождем немножко дерева. Я опять же провалилась. Слава богу, что на мне брони нету. Вот что не нажимается порошок. Вот, я опять нажимал, он не нажался. Ладно. Ну, когда дерево растет? Кстати, если хотите узнать лайфхаки о Bookman Go, то можете ко мне на канал зайти. Там есть такое. Уже 4. Нет, 5. О, тут 6 этих, да, но мне все равно не хватит. Мне надо 8, чтобы сделать 8 досок. Логично. Логично. Оп. Так, я буду ходить на шифте. И сейчас что-то сделаю. О, так, сделайте доски в рюкзаке, а затем сделайте заловку в верстаке. Какие заголовки? Я вообще ничего не понял. Так. Сейчас попробую хоть к этому сундуку пристроиться. Я сначала соложу доски, потому что вы знаете, какой я криворукий. Но я сказал. Кстати, у меня есть вот эта кнопка «Домой». Если я ее вовремя активирую и не упаду, то я вещи не потеряю. Так, все. Ты мой главный
Похоже, да, три. Этих. Так. Так. Да. Что еще делать? Делать, то есть. Бесконечно источник много можно сделать, но тут мало места. Еще несколько травинок не хватает. Так. А можно к кому-то зайти? Давайте зайдем к вот этому пареньку. Поставь постройку на один стак золотых блоков и 150 лайков. Вот бесплатно. Мой дорогой, вход бесплатно. Ну совсем чёрт. Вход за лайк и 150 лайков. Сдача. Лайк, то... Ой, все. Выпустите меня. Ладно. Всё, буду другим чуваком ходить. Хотя с происшествием я что-то перегнул, что-то много, слишком много правил, и поэтому попрошайничать, я думаю, можно. Что-то динамикает что-то. Похоже. Ладно. Вот, фу. Вот, А4, это просто... Фу. Вы скажете, вот А4 кольцо и всякое такое. Но вы, наверное, кто говорит, так не знает про войну. Да, у нас война сейчас с Россией. Хотя, кто ж не знает. Все мы прячемся, вводиваем. И если... Россия будет сатарить этот ролик, то Россия, ну вот что вам понадобилось в нашей стране, что вы увидели в ней такое, что мы вам сделали, то что вы начали на нас нападать, что мы вам такое сделали? Пятьдесят умножить на 900, 100, 400, 500. Ничего не понятно, но очень интересно. Ой, нас заперли. Я знаю, как поступить. Просто пойти домой. Угу.
что-то найду. Нет, ну можно посадить этот и получить даже много так денег. Так. Так. Ну все, можно все посадено. И я думаю, на этом можно заканчивать. Это была первая часть Skyblock на одном блоке. Если вам понравилось, то можете подписаться, нажать лайкос, написать комментарий.